Пройдитесь по улице, и вы сразу заметите огромное количество породистых собак на выгуле. Среди общего количества преобладает порода золотистый ретривер. Уже давно эта собака стала популярной в нашей стране и по всему миру. Это очень дружелюбное, милое животное, которое изначально выводилось для охоты, но со временем быстро превратилось в компаньона и поводыря. Щенки данной породы настолько обаятельны, что мимо них невозможно пройти. Справедливо считается, что эта порода прекрасно подходит для семьи с детьми. Особенности описания породы. Эта порода была выведена в 19 веке, изначально она была охотничья. Ее цель – приносить подстреленную дичь. Золотистый ретривер – довольно крупная собака, ее вес может превышать 30 килограммов. Живет собака от 10 до 12 лет. Шерсть, как правило, очень густая, жесткая, может быть слегка волнистой. Как видно из названия, собака обладает золотистым окрасом, что придает особый шарм. Если говорить подробнее о породе золотистый ретривер, то фото вам скажут намного больше любых слов. Эта собака выглядит интеллигентно, золотистая шерсть на солнце переливается, блестит, глядя в глаза ретривера, сразу осознаешь, что такое собачья преданность и дружба. Характер у этой породы дружелюбный, спокойный, уравновешенный. Этот пес отлично уживается с другими животным, становится прекрасным другом для детей. Очень важно, что собака легко поддается дрессировке. Не агрессивна ни к людям, ни к другим собакам. Именно поэтому эту породу очень часто используют в роли помощников и поводырей для слепых и ограниченных в возможностях людей. Уход за золотистым ретривером. Эта порода прекрасно может жить как в квартире, так и в частном доме. Конечно, в квартире за ней нужен больший уход. Но это не беда для тех, кто любит животных. Как все собаки, золотистый лабрадор-ретривер линяет дважды в году. Именно поэтому нужно быть готовым к появлению клочков шерсти на полу. Для того, чтобы процесс линьки прошел быстрее, необходимо вычесывать собаку специальной расческой. Вовремя линьки делать это нужно дважды в день. Мыть пса стоит только по необходимости, используя при этом специальный шампунь. Отдельно стоит сказать, что данная порода сходит с ума по купанию, поэтому лучшим отдыхом станет поездка на речку, ведь там можно вдоволь наплаваться за палочкой. Начиная с ранней весны и до морозов собаку обязательно нужно обрабатывать от клещей и блох. Клещи очень опасны, собака может умереть за считанные дни, если ей не будет оказана срочная помощь. Поэтому обязательно используйте либо капли на холку, либо спреи и специальные ошейники. Золотистый ретривер в домашних условиях. Эта порода очень привязана к хозяину, поэтому жить ей лучше всего рядом с ним в доме. Учитывая, что пес не маленького размера, то нужно выделить ему определенное место. Чтобы не было выпавшей шерсти и жесткой кожи на локтях, собаке нужно подстелить мягкую подстилку, в идеале старое одеяло или матрас. У собаки всегда должна стоять миска с водой. Гулять пса нужно не менее 2 раз в день, но тут уж как приучите. Если есть возможность гулять 3-4 раза, то для собаки это будет только в плюс. Если вы давно держите собак, то ретривера сможете выдрессировать и самостоятельно. Если же это первая собака, а именно эту породу советуют начинающим собачникам, то лучше обратиться к специалистам. Помните, что собака заводится не на один день или месяц, и станет полноправным членом семьи, поэтому от вас зависит, насколько она будет послушна. Золотистый ретривер и его цена. Если вы определились, что хотите завести именно эту породу, то дальше нужно решить, где же купить щенка. Специализированный питомник поможет вам правильно выбрать щенка и даст рекомендации по уходу за ним. Безусловно, собаку можно найти и на рынке, ведь давно уже не редкость щенки золотистого ретривера, купить их можно даже в интернете, но лучше всего выбрать уважаемый питомник, ведь собаку нужно брать с родословной, зная ее наследственность. Конечно, хорошим другом станет и безродословный, тогда приобрести его можно у любых заводчиков, тут уж выбор за вами. Если вы точно определились с породой золотистый ретривер, цена вас приятно удивит. Как правило, цена колеблется от 10 тысяч, 70 тысяч рублей, в зависимости от родословной и питомника. За какую бы цену вы ни купили себе щенка, он станет для вас бесценным, поскольку он сразу покроит ваше сердце своей любовью и преданностью. Щенок ретривера – это самый лучший подарок ребенку и себе к любому празднику. Кто еще говорит, что любовь нельзя купить за деньги? Еще как можно. Собака – лучшее этому доказательство.